13 человек контактировали с мужчиной, заболевшим коронавирусом в Жамбылской области. Все они госпитализированы в карантинный стационар. Состояние их удовлетворительное. Жалоб нет. У 6 человек анализы на коронавирус отрицательные, а остальные 7 еще исследуют. В Таразе продолжает работать наша съемочная группа. Сейчас на связи с нами Анастасия Сулейманова. Настя, расскажите, что удалось узнать к этому часу? Арыстан, буквально час назад состоялся брифинг по первому выявленному случаю коронавируса в Жамбылской области. Ответственные специалисты подробнее рассказали о нем. Это 29-летний житель Шуйского района Жамбылской области. Мужчина работает водителем, и известно, что он 3 дня назад пересек казахстанско-киргизскую границу. Буквально в 15 километрах от нее, не доезжая Бишкека, загрузил сухофрукты и обратно пересек рубеж через пункт Карасу Курдейского района. В Шуйский район он уже вернулся поздно ночью, 23 марта, а уже на следующий день, согласно постановлению главного санитарного врача, больного изолировали на сутки в карантинный стационар для проведения лабораторного исследования. Но медики говорят, что при поступлении в карантинный стационар состояние мужчины было удовлетворительным, температура тела в норме, никаких жалоб с его стороны не было. Выставлен клинический диагноз – коронавирусная инфекция, бессимптомное носительство. Сейчас он находится на лечении в инфекционном стационаре, а по месту жительства и его пребывания проведена необходимая дезинфекционная работа. Также на брифинге нам сообщили, что для проведения дополнительного исследования анализы заразившегося отправили в Алматы. Ну и будем ждать результата. Также еще хочу добавить, что сейчас в регионе на провизорном карантине находится 95 человек. Ну и буквально сегодня, как вот отметили главные специалисты, еще провели 107 вирусологических исследований, результаты их отрицательные. Ну, на этом у меня пока вся информация к данному часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. О мерах, предпринимаемых по карантину и по случаям, зарегистрированных с COVID-19 в Жамбылской области, нас информирует моя коллега Анастасия Сулейманова.